слежу, соответственно, чтобы было видно, как он там себя чувствует. Новые технические характеристики, современные методы исследования. В Никольском подразделении Одинцовской больницы открыли кабинет компьютерной томографии. Здесь заработал аппарат лучевой диагностики, на котором сутки будут проводить до 40 исследований. Удобнее, да, когда ты не переключаешь постоянно там окна, да, съемочные, средостены, а у тебя на два монитора выведено сразу там два режима, да. Соответственно, можем еще посмотреть, допустим, режим костный, оценить костные структуры, потому что мы, конечно, допустим, смотрим легкие, но при этом мы же все остальное тоже оцениваем, есть ли какие-то другие там патологические изменения. Лидия год назад переболела коронавирусной инфекцией. Легкие были поражены на 70%. Раньше она ездила на обследование в Одинцово на общественном транспорте. Теперь все можно пройти рядом с домом без очереди и ожидания. Мне очень удобно. Персонал очень молодой, внимательный, добрый, отзывчивый. Можно посоветоваться, спросить, они все объяснят. Кроме того, у нового томографа высокое качество получаемого изображения и низкая лучевая нагрузка. Аппарат приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».